Заболевших ОРВИ в Приамурье стало больше, но не намного, сообщили нам в Амурском управлении Роспотребнадзора. Если неделю назад в области было зарегистрировано 6050 случаев, то свежие результаты показывают почти 6260 случаев острых респираторных заболеваний. В том числе у 31 амурчанина лабораторно подтвержден грипп. Больше всего заболевших ОРВИ в Благовещенске, Рачихинске, ЗИ, а также в Бурейском, Октябрьском, Михайловском, Завитинском, Архаринском, Тындинском и Слемджинском районах. На сегодняшний день в областном центре зарегистрировано почти 2500 больных острыми респираторными вирусными инфекциями.